отель Pinnacle. Утро. Сейчас на завтрак сходим с вами. Друзья, доброе утро. Сейчас у нас 8 часов утра. Идем на завтрак в отеле Pinnacle. Покажу вам, что здесь можно покушать на завтрак. Самому интересно. Детвора уже купается в лягушатнике. Ага, тут вывели попугая на развлечение. Вот он, этаж, этот ресторан главный, судя по всему. Ну, пойдемте смотреть. Сразу видим чайный уголок, чай, кофе. Ага, ну смотрите, фруктов здесь гораздо больше. Ананасы, арбузы, йогурт, варенье, компоты, уголок хлеба, бекон, круассаны, вафли, пончики, омлет, яйца. Там у нас суп. Ну а тут... всякие штуки, сосиски, thank you. Рис. Макароны какие-то тайские, зелень, вернее капуста. Территория отеля зеленая очень такая, смотрите какая, сколько зелени здесь просто. Ну, я еще не видел такого количества, и тут такой сплошной короны такой. Кроны закрывают. Прудик, тихо, спокойно. Бассейн. Нам покажут один тип номера, в другом мы будем жить. Тип номера Superior. С 7 до 10. Superior. Душ. Кабинка. Обычный душ. I understand, near the swimming pool, right? Yes. Да, около бассейна там. Я вам потом покажу дальше. Здесь же ставят чайник, кофе. Две бутылки воды в подарок, чай, кофе тоже, холодильник, здесь пусто. Это первый этаж с выходом в бассейн. Да, одна большая двухспальная кровать, одна маленькая, кондиционер центральный, телевизор плазменный, тапочки, зонтик и халаты. И вот идем с вами и выходим сразу же в бассейн. Здесь есть такая дорога, проходит, здесь ездят машины. Между отелем. Это важно. Для безопасности детей. Чтобы вы понимали, что здесь такое есть. И вот еще один бассейн. Здесь мы видим уже детский бассейн, маленький, закрытый крышей. И вот детки здесь и плавают. Ну, тоже большой бассейн. Здесь к Игнасу, здесь 1,50 м. А вот еще один бассейн мы с вами нашли. Ресторан. Это у нас готовится ресторан к ужину. Главным рестораном есть еще один ресторан. Здесь второй этаж получается. Наш пляж. Он весь примерно одинаковый, поэтому, посмотрев один, вы, в принципе, можете судить о всем на Жамтьене, именно регионе этом. Жамтьен, там другие пляжи. Вот такой песок. Есть качели прямо на пляже. Такие лежаки, но я думаю, это уже будут за доплату, как правило. Еще один ресторан на пляже. Все красиво, все чисто. Бассейн еще один. Сейчас сходим, посмотрим его. Здесь бассейн с баром, с такими зонами для отдыха прямо в бассейне. Фонтанчик, круто. Опа! С вами зашли в джунгли.
лисички, попугайчики в клеточках. Деткам будет здесь интересно, будет что посмотреть. Их немного, штучек 10, но они есть. Детская площадка небольшая. Но он большой, а территория отеля достаточно протяженная. С детьми очень даже и ничего, такой отель уединенно расположен, пляж хороший, недалеко от русской деревни, где вы можете сходить покушать, продукты купить. И, смотрите, пропустил, еще есть игровая площадка, такая в стиле Индианы Джонс, полоса препятствий, поднимись, спустись, по веревочному мосту пройди, там вон вбиты колья, и по ним детки ходят. Тут же есть гамаки и сетка волейбольная. 22.09, цик номер, судя по всему, это стандарт. Покрытие у нас здесь плитка, душ, обычный, тропического нету. Чайник и фен, две бутылки воды, подарок, чай, кофе. В баре ничего нету, сейф, тапочки, халаты, плазменный телевизор, кондиционер центральный, одна большая кровать king size и одна маленькая, балкон большой, с выходом в сад, а искусственный закон. Есть connection. Вот он, к слову. Видите? Кондиционер индивидуальный даже стоит, не центральный. Митинг-ром, судя по всему, комната для совещаний, собраний. Возвращаемся с вами назад. Вот он ресторан вот двухэтажный, в котором мы с вами проходили. Вот она дорога. Вот, чтобы тут никто не ехал. Тут такой релакс. Друзья, если вы хотите в этот отель, обращайтесь. Я буду рад вам помочь организовать поездку для отдыха в Таиланд. В любые отели, которые здесь есть. Вы можете найти мои контакты снизу в описании. Звоните, пишите. Буду рад вам помочь отдохнуть. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.